небольшая провокация имела место в его действиях. Вот эти руки к ушам приложенные. Люсьен Фавре. Вы знаете, мне кажется, что проблема команды Люсьена Фавре в том, что забив гол, они уж очень отдали игру явно в руки Динамо, а потом уже вернуть ее обратно тяжело. И здесь, конечно, Ермоленко просто здорово разобрался с Альваро Домингесом, кстати, вот тем самым молодым испанским защитником, чей уровень...